Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы играем в Королевство Коротышек. Мы открыли все-таки сундук, получилось. Теперь заходим в арсенал, смотрим, что у нас тут есть интересного. Так, мечи собираем. Так, у нас... вау, у нас получается уровень 6 уровня меч будет. Ух ты, какой он красивый. Голубой, красивый такой меч, клево. Так, по шляпам, давайте посмотрим. Соберем. Так, ничего не собрали? Ладно. Так, ну что ж, у нас волшебница. Ой, не волшебница, это лучница. Так, у нее здесь шляпы. Есть. Так, это у нас... Ну, мы ничего не смогли собрать опять. Ладно. Эх, с новыми силами мы продолжаем и идем в бой. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Ага, ух ты, смотри, у него меч интересный, что он там делает, сейчас мы проверим. Сейчас подождем, когда меч дойдет до второго уровня. Так, еще немножечко, все. И... а, нифига, и мы сразу открываем сундук. Круто, 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 круто. Посмотрим, что у нас волшебник делает. А, нифига, там какой у него мощный заряд какой. Ну, молодец, слушается, молодец. Да, заряд, конечно, но только он быстро прошел. Так, ну и у нас, я вам скажу, что ситуация такая не очень интересная в плане том, что... эх, опять нас убьют. Да, убили. Убили, убили. Угу. Ладно, идем в бой. Так. Надо какую-то такую тактику. Видишь, я с мечом поспешил. Мы этого мухомора и так убьем. Поэтому не нужно спешить использовать меч. Угу. Сейчас мы его убиваем, и уже в следующих врагов я сейчас пускаю меч. Ой, хотелось бы, конечно, все равно подождать, когда меч будет уже и третьего уровня, но, к сожалению, мы не успеем. А, все, и нас убили. Так, все, расстреливаем, и у нас остается у волшебника волшебная вот эта вот мощная, мощный такой ураган. Ну, он, я не сказал бы, что он мощный, он как бы не особо их и сильно и повреждает. Так, убили нашу лучницу, у нас, да, всех поубивали, короче, ладно. Но у нас с каждой игрой, с каждым разом у нас увеличивается опыт. А это очень хорошо. Так. Я думаю, может быть, использовать лук на это. А, нет. Все равно, лук он очень слабый. Всегда нужно ждать хотя бы второго уровня. Вот здесь я сейчас сразу применю второй уровень. Не проходит. Не проходит, к сожалению, совсем. Так, меч дали. Ну, я надеюсь, мы сейчас быстренько этот меч заберем себе. Есть. Хорошо. Меч первого уровня, да, кажется, был? Я не помню, не посмотрел я. Так. Сейчас подождем лучницу второго уровня и начнем стрелять. Сразу все, стреляем. Есть, есть, есть. Остался у нас вот этот один старый какой-то мухомор. Тоже смотрел. Это мухомор. Волшебник. Стреляет он мощно. Давай, давай, вот, все, 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 все. А, убил. Ну, все, мы уничтожили этого злодея. Так, и у нас последний остался обычный мухомор. Может быть, мы его и сможем победить. Не знаю, посмотрим. Так, а может быть и нет, потому что у нас уже... да, нет, все, наш волшебник. А, давай, стреляй, 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 попробуем. Может, убьем. Нет, не убили. А, убили нас. Ну, ладно. Так, хорошо. Ну, у нас в арсенале что-то есть. Давайте посмотрим, что у нас есть интересного. Так, у лучницы есть что-то. Шляпы. А, и все. И все. К сожалению, да? А, ну, получается, у нас... ну, так вот, шляпы. Ну, ничего особого не дает. Ладно, проходим. Может быть, здесь еще что-нибудь поднимем, какой-нибудь сундучок. Так, ждем. Пока. Дойдет до второго уровня у нас мощность наших орудий. Так, этого мухомора мы, в принципе, и так можем победить. На него я тратить ничего не буду. А вот на следующих, в принципе... а, ну, здесь тоже можно... давай еще подождем, потому что немножечко... хотя нет, сейчас нашего... нет, убьют нашего рыцаря. Все, убили. Так, здесь у нас... не знаю, не хочется, конечно, тратить на них... мощность вот эту. Не, не, мы их так убьем их.
А вот следующих, да, нужно будет стрелять. Сейчас я с лучницы стрельну. Так, попробуем. Нет, давай этого еще. Волшебника нашего. Нет, мы не смогли. А, не смогли даже этого убить. Ну, ладно. И последний у нас какой? Сейчас посмотрим, злодей. А, ну здесь, в принципе, простой. Мы его, я думаю, добьем. Конечно же, просто добьем. Успеем, успеем. Все, давай, волшебник, на тебя вся надежда. Так, ждем. Ждем, 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 пока не запускаем. Ну, давай, запускаем. Ладно, мы не сможем. Нет, не смогли. Чуть-чуть оставалось. Нет, чуть-чуть у нас остался. Мы не смогли его победить. Так, ну, на этот раз, я думаю... А ну-ка, в арсенале что-то у нас интересное. Так, посмотрим. Улучшенцы. Улучшенцы опять шляпы появились. Ух ты. Да, новый предмет. Новая теплая шапочка с бубончиком. Ну, прикольно. Так, лук 6 уровня. Так, у него меч 6 уровня. У волшебника посох тоже 6 уровня. У всех, в принципе, все 6 уровня. Практически. Оружие главное 6 уровня. Так, ну что ж, в бой. Так, сейчас посмотрим. Сейчас мы должны пройти спокойно, хорошо, потому что у нас шляпочка появилась у нашей лучницы. Она должна хорошо ее защищать. Так, этого мы сейчас попробуем победить. И просто обычными усилиями. Так, лук берем, это хорошо. Так, здесь мы запускаем сейчас меч. Ну, он особо ничего мне это самое не повредил. Но мы сейчас сделаем... давай, лучница, стреляй. Все, никак я не мог их победить. Так. Запускаем. Запускаем быстрее смерч. Вот этого я боюсь, вот этого мухомора, который стреляет. Он такой страшный. Он такой мощный, такой сильный. Вот он мне не нравится, у него такие глаза страшные. Хотя у этого мухомора тоже глаза, но они такие злые, ну не злые, просто такие, не очень страшные. А вот этого прям злые, такие под шляпой. Да, не смог я его убить, к сожалению. Ну что ж. Давайте. А, в арсенал. У нас что-то горит арсенал. Смотрим. У волшебника. Что у него есть появилось? Посох 4 уровня. Так. Оно. О, нет, видишь, он не одевает. Я думал, если поставить сюда первый этот самый посох, он его возьмет. Нет. Ну ладно. А, подожди, у этого еще чудика что-то есть. Меч 2 уровня. Ну, это очень долго тебе мечи новые создавать. Так, ну что ж, в бой. В бой. Так. Ждем, когда уровень дойдет до 2. Так. Этого мы сейчас быстренько убьем. В принципе, у нас с каждым уровнем повышается у наших... друзей повышается мощность. Вот они более сильные становятся. Так, ну здесь, не знаю, не будем ждать, давай. Ну, как бы, почему это сразу убивает? О, сундучок еще второй, это хорошо. Так, а, убили нашего рыцаря, к сожалению. Сейчас попробуем пройти, ну не знаю, в этот раз, мне кажется, мы не пройдем уровень, но в следующий раз мы обязательно пройдем. Так. А хотя, в принципе, подожди, может быть, и сейчас пройдем. Я всегда говорю, что не пройдем, на самом деле проходим. Так. Может быть, мы и пройдем. А, хотя нет. Не-не-не-не-не, сил не хватит у волшебника. Нет, все, он сейчас погибнет. К сожалению, да. Но мы столько два лука взяли и посох один. Это очень хорошо. Давай, и сейчас, может быть, мы выиграем, победим. Тактику нужно смотреть. Сейчас мы этого так просто побеждаем. Ничего не тратим. А вот следующих начинаем тратить. Ну, меня радует, что мы быстрее его убиваем. Так, здесь сейчас подождем немножечко и будем стрелять в них. Так, сейчас подождем. Давай. А, убили. Да. Так, давай запускаем. Не получилось. Ну ладно, соберем хотя бы меч, лут, который нам выпал. Хотя бы этот соберем. Так, а здесь я уже, получается, второй раз не могу, третий уже раз пройти этот уровень. Офигеть, нет, не прошел. Угу. У нас, получается, вот волшебник 21 уровня, лучница 22 и... рыцарь 20-го. У нас только лучница, молодец, развивается. Прям хорошо так.
Так, заходим в арсенал и смотрим, что у нас здесь есть. Мечи. Так, мечи, это ладно. А лучница, что у тебя есть интересного? Лучница, два лука. Так, это все-таки третьего уровня. Ну, в принципе, пока ничего такого интересного нету. Ладненько тогда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.